Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Мы находимся на линии 29, пойдем 59, итальянские сумки у Оксаны. Заказ делать вот на этот номер. Только писать на WhatsApp, не звонить. Можно голосом? Не забывайте, девочки, про почтовые расходы. Товар получаем регулярно, так что все нормально. Итак, смотрите. Смотрите, есть такая вот еврокарман, кожа идет, ее тампоната называют, видите, она прокрас такой мраморный, красит под тампонами вручную, запах вообще обалденный. Вот стоит клеймо, клеймо ставят обязательно, 20, где будет, где там открывают флага на талии, красный цвет. Цена на них 9000. С поднятием курса, девочки, на, ну, я считаю, что на 500 рублей это не так уж и много, потому что курс у нас не стоит на месте. Это сейчас вот поговорка, говорят, вот даже границы хотят закрыть, тогда еще дороже будет, потому что, естественно, и на карго поднимется, сказали сразу, цена. Если будет возить где-то через эту границу. Смотрите, красный такой шикарный. Прям глянцы. Цена 9000. Ну их здесь идет скучно. На фабриках много не бывает. Ну так что будет скучно. Надо с вас писали положить, я тебе тоже. Да, вот так. А, сейчас это сделаем. Не сливались. Смотрите, еще раз повторяю, цена 9000. Ремень есть, то есть шоферы и пули. Они, во-первых, ну и вес. Уже. Это хорошо, у нас модель продается. Шоколадная опасность. Сразу запах кожи, я не знаю, может кому-то не нравится. Я просто, ну, балдею от этого запаха. Мне нравится запах кожи вот этой. Смотрите, перегородка, есть длинный ремень, перегородка, видите, как здесь вижу, ремень длинный. Знаете, цена также 9000. Никаких проблем. Евро за 100, мы не, ну, никак не укладываемся. Даже то, что я на 500 рублей подняла цену, и то это не та цена, на которую мы, ну, подождите, это разная кожа. Вот эту кожу. Спасибо.
такой, подожди, открой. Вот тебе такой. Другой открывай. Вот эту матовую кожу открывай на грудь, я вижу, откуда это. Свет, совсем это матовая другая кожа. Вот матовая, я не знаю, почему ее опака называют. Ну, они, по крайней мере, я слышу сюда. А вот эта вот кожа матовая. У нас есть на бателях, да, на бочонках. Да-да, вот эту кожу опака я не вижу. Да, ну вот такую матовую. Это лучше, хотя лак, наверное, привыкли, не знаю. Потому что я слышу, когда мой курьер, ну, говорит, это, из этой, ну, и на хапике. Смотрите, и еще вот как раз-таки, смотрите, видите, вот здесь вот немножко есть красителя, объясняю, почему. Более кожу потоньше, которая может, не такая жесткая, да. Естественно, тоньше, она, когда кожу красят, красители проходят. Кожа идет без подклада, ну, то есть портфель. Без подклада. Поэтому вот это может быть. Это допустимо. По-другому не бывает. Если кожа более толстая, где спинка, она, естественно, так красительнее. Не пропустит как. Вот такие вот портфели. 14500. Их по сколько? По одному. Да. Да, просто дорогие сейчас, я говорю, по такому курсу даже не вижу. Смотрите, сюда. Цена 5000 вот на эти малышки. По ценам. Смотрите, внутри цена 6500. Вот они сделаны как. Внутри все. С обратной стороны есть карман. Кожа глянцевая, очень красивая, очень. Видите? И портфели 14500. Ну, видите, тоже не так очень много. И портфели, все. И... Нам у цены, запомню, 6500, 5-14500. Столько, сколько, и хоть и на отшив, хоть так, чтобы, ну, сколько можно. Ну, это вот такая. Да, это как мое. Да. Только здесь идет у тебя карман растет. Короче. Да. А здесь полностью идет отделение, видишь, побольше. Хороший, все время спрашиваю. Да, и ремень регулируется. Цена 4800. Такие вот бананки, да, их много спрашивали. Фурнитуру я сделала темную. Ну, повыше, конечно, на уровень, да? Сейчас на навру уже покажу. Вот так, классно. Очень вместительная. Давай покажу Рахима тебе тоже. У Рахима уже года, наверное, 4 вот этой сумки. Смотрите. Ну и здесь еще лучше, потому что здесь карман у меня маленький. Да, там маленький карман, а здесь идет до конца. Ну вот я показываю кожу, я именно про кожу хочу показать, смотрите. Просто все спрашивают именно,
Вот, фурнитура все одно и то же, я хочу показать. Видите, только цвета. Я заказала темную. Смотрите, кожа. Нигде ничего не потерто, ни углы, ничего. Хотя вот, Рахим, вот. Помаши, Клина, тебя увидеть. Это всегда за кадром. А вот еще есть, а тут тоже все это. Черные. Да-да, черные. Да. И черный шоколад. Да. Багеты. Багеты то, что именно у нас оставались с прошлого года немножко замшевых. Осталось еще. В этом году я просто дошила то, что, ну, какие цвета закончились. Водитель, да. Автомобиля «Лада», какой? Бус номер 191, регион 790. Смотрите. В срочной перепаркуйте свой автомобиль. Водитель автомобиля «Лада», бус номер 191, регион 790. Цену я оставляю также 5000. Знаете, цену, ну, хотя, я говорю, цена поднимается в Италии на кожу очень сильно. С каждым разом, ну, я говорю, и фарбу. Вот два цвета отшили, то, что, я говорю, у нас именно в замше. Остальные цвета есть, фото общее в Телеграм будет. Смотрите. Размеры, цвета, какие есть, все в Телеграм. И черный кожи, да, тоже у нас закончился, его также отшили. Уже поставили фурнитуру темную, я ставила. Смотрите, карман с обратной стороны, длинный ремень. Вот такой вот багет. Все, давайте попрощаемся. Мы дальше будем работать. Все, девочки, на этом пока. Подписывайтесь на наши каналы, делайте ваши заказы. Всем пока.